В Ульяновском авиационном колледже уже приходят первые абитуриенты. В новом учебном году в учреждении стартует проект «Профессионалитет». Благодаря нему в колледже подготовят специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Для вчерашних школьников это отличная возможность получить качественное образование с последующим трудоустройством. Колледж меня привлек высококлассными специалистами, учителями, преподавателями, также оснащение оборудования и программой «Новый профессионалитет обучения», которая в себя оставляет сжатые сроки обучения более-меньше, при этом больше практики. Потребность в квалифицированных кадрах разных профилей растет. С помощью профессионалитета планируется в первую очередь подготовить специалистов для предприятия «Авиастар СП». Главным преимуществом в учебе станет синхронизация учебного процесса. То есть студенты будут проходить практику на предприятии, общаться с работодателем. Таким образом, выпускник получит должное образование и квалификацию и сразу после окончания приступит к работе. Мы закупаем оборудование, которое стоит на производственных площадках предприятия. Мы будем привлекать работников предприятия для того, чтобы они вели у нас какие-то курсы, практические курсы. И в связи с этим наш выпускник уже выйдет из стен колледжа, готовым приступить к тем технологическим процессам, которые непосредственно есть на предприятии. По проекту «Профессионалитет» в колледже предусмотрено 150 бюджетных мест. Интерес к новой программе со стороны абитуриентов есть. А по словам руководства учреждения, есть и желающие и из других регионов. На сегодняшний день среди обучающихся и поступающих в колледж ребята из 42 регионов Российской Федерации. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УлПравда ТВ.